Готовим на праздничный стол салат нежный. Нарезаем крабовые палочки, несколько яиц на крупной терке, другие делим на желток и белок. На мелкой терке натираем белок, сыр. Первым слоем выкладываю яйца. Слегка их присаливаю. Потом делаю сеточку из майонеза. Слой сыра. На мелкой терке натираю немного сливочного масла. Снова сеточка из майонеза. Далее крабовые палочки и снова сеточка из майонеза. На крупной терке зеленое яблоко. Сбрызгиваем лимоном. Перемешиваем. Выкладываем следующим слоем. На яблоке делаем майонезную сеточку. Сверху тертым белком. Тонко нарезаем маринованный огурец для украшения. Далее украшаем салат. Даем ему настояться в холодильнике несколько часов. И можно подавать на стол. Друзья, всех с наступающими праздниками. Всем крепкого здоровья, добра, мира и вкусных блюд на вашем столе.